Вот такие представлены здесь автомобили. Прям вообще класс. Назад в будущее. Очень красиво, тихо, спокойно, мало народу. Зашел на второй этаж. Какие-то просто джунгли. Попал просто в джунгли. Ребята, всем привет. Сегодня отдыхаем в Take a Boom. Сделаем полный обзор. Без лишней воды, как говорится. Посмотрим, какие здесь развлекухи для детей. И еще мы вот привезли с собой такой тортик. Будем праздновать день рождения тещи. Вот такие батуты уже стали просто необходимой частью любого детского развлекательного центра. Ну, наши Любашки здесь очень нравятся. И также всем детям. Хочу заметить, что мы сегодня находимся в Take a Boom, расположен по адресу, проще сказать, Вегас, Крокус-Сити, Москва, на МКАДе. Здесь, ну, немного отличается. До этого мы всегда были на... Вон даже, смотрите, кто-то интересно позирует. До этого мы всегда были в Вегасе на Каширке, в Take a Boom. Здесь первый раз. Он, вот именно этот Take a Boom находится в таком тихом районе Вегаса. Вот здесь на улице, здесь за стеклом. Я показываю. Там очень тихо, красиво и спокойно. И всякие ресторанчики есть. Вот, а вот он сам Take. Мы сейчас находимся только в одном крыле. Сейчас все здесь аттракционы отпрыгаем. Все лазилки облазим. С этой горки обязательно надо прокатиться и пойдем дальше. Вот такой вот ватрушечный центр есть. Тюбинговые ватрушки без льда. Сейчас будем пробовать. И поехали! Ну, прикольные такие ватрушки. А вот я настал тот момент, когда моя Любашка хотя бы пытается уже затащить ватрушку сама на горку. Мы зашли в лабиринт, огромнейший просто. В нем можно просто ребенка потерять. Ну, так, кстати, быстро и найти потом. Но пару раз я ее уже из виду терял. Вот, и потом приходилось, наверное, ну, около минуты звать, кричать, бегать кругом, смотреть, где она. А она, оказывается, день на втором или на третьем ярусе. Ну, такие вот лабиринчики. Вон она уже побежала. А дальше ищи ее и свищи. Эти лабиринты сразу вытекают в такие горки, по которых можно прокатиться и прям в эти мягкие пластиковые легкие шарики скатиться. Детям очень нравится. Вот, сейчас, я думаю, моя с какой-то горы приедет ко мне. Вот здесь такая змея, типа. Кстати, как в Дэнди, в Battletoads, кто играл, там такие змеи были. Вот еще есть такие горочки. С этого же лабиринта можно сесть на горку и приехать прям в эти шарики. А здесь за спиной у меня уже сразу идет ресторан. Ну да, как я и говорил, моя Любашка приехала ко мне с этой горочки. Она ее нашла вот из этого лабиринта, огромнейшего просто. Вот здесь есть такая прикольная тарзанка. Вон тетенька держит ее. Ребенок садится, но ребенок должен быть постарше. Садится, держится за канат. Тетя отпускает, и вот сюда вот он приезжает. Но наш пока еще маленький, еще боится. О, нашли наших ребят. Люба, а ты видишь, хоть с кем ты играешь? Любаш, посмотри. Это кто? Это такой, можно сказать, как большой пап-ит. Такое прикольное. Вещь залипающая. Она как сюда приходит, минут 10 точно, 15. Играются в эти вот, не знаю, как назвать. Смотри, готов? Пинскрин. А еще здесь вот такая вот огромная макака. Прямо на потолке. И смотрят вниз бассейн. С шариками, как детишки играют. Вот на этих вот кручащихся, как их назвать, кружки такие вот, можно жестко пострадать. Я один раз попробовал сесть сюда, залез еле, ноги там сложил и раскрутился, и потом просто не мог остановиться, пока ногу не высунул, не начал тормозить. Пойдем. Пойдем. Ничего себе, здесь какой лабиринт для гномов. Вот такие тут пушки есть интересные, воздушные. К ним подключается шланг. Вот, и компрессор где-то качает. Заряжаешь туда шарики. Вот такие вот. И стреляешь. Сейчас полазим, постреляем.
Любаш, давай я тебе сниму, как ты стреляешь. Ну давай вниз, давай сама. Давай, посмотрим сейчас, как справится ребенок. Нет, кстати, напротив такие же две пушки и как две крепости, и друг друга обстреливают. Вон наша пулеметчица. О, заряжает, наверное. Да, не поймет куда. Любаш, а ты спроси у девочки. Так, ага, вроде поняла, куда заряжать. И сейчас будет стрелять. Сильней. Опа, шарики повлетали. Но она маленькая, если резко дернуть за эту газульку, вот, чтобы стрельнуть. Шарики довольно-таки вылетают с нормальной скоростью. Итак, дошли мы до этой железной горки. Сейчас будем, чтобы на нее залезть, нужно вот по такой... Смотри, как девочка. Смотри, как девочка. Чего? Не могу! Не могу! Это уже вот такой... Не могу! Не могу! Всё. Это уже вот такой психоз. Вот такой лабиринт по спирали закручивается и залазит как раз она на горку. О, наша Любашка уже на самом верху и сейчас поедет с горки. Любаш, давай я тебя буду внизу ждать. Давай! Опа! Вот это да! Короче, но с местами в ресторане здесь, конечно, большая проблема. Один единственный стол есть свободный. Ну, допустим, вот этот. Но здесь можно там 4 человека максимум сесть. А нас сколько? 8 человек. То есть... Вот эти столы все, вроде здесь никого нет. Любаш, сейчас купим, подожди. Вот вроде за этими столами никого нет, но в то же время они заняты. Так что не знаю, где мы будем кушать, но я думаю, когда-то они освободятся, и мы тоже сядем за стол. А вот и работа аниматоров. Детишки за столом, их родители, наверное, счет дня рождения, и аниматор с колонкой их развлекает. Ну, здесь есть еще вот такой ресторан. Гораздо больше, чем там. Так что нам пообещали найти место для большой компании. Вот что-что, а в Тейкабум славится ресторан тем, что здесь очень много выбора на кондитерские изделия. Прям очень все красиво и большой выбор. Но мы сюда пришли пока что не для этого, да? Мы хотим что-нибудь существенное поесть. И как всегда покажем, что заказывали. И скажем, какой здесь средний чек для того, чтобы покушать семье. Ну вот, хот-дог, я не спорю, он очень-очень вкусный, но вот цена как бы такая вот, 500 рублей за хот-дог. Такие цены. Какая-то говядина нарезана, стейк-филе с печеным томатом, 1200. Стейк-филе миньон с мини-картофелем, 1200. Там тут есть веган. Шашлычок куриный, здесь три маленьких кусочка, вот 400 рублей. 240 рублей вот такие палочки из скинь овощей. Точку макароны с тефтелями 390. Супчик с фрикадельками 280 рублей. Вот бургеры 560. Заходишь мимо ресепшена, проходишь. Вот такие вот цены. Пицца пошла 640. О, хот-дог 390, нифига. Пельмешки 390, кстати, брали, да, это вкусные пельмени. Пицца здесь тоже очень вкусная. Вот такое разнообразие коктейлей. Коктейли здесь просто шикарные. Очень красивое исполнение. Это, наверное, я так понял, мороженое. Сладкий бум называется. Вафля, радужный бум. Вафля, клубничный бум. Вот эти вот вафли очень вкусные. И такие еще пироженки. А, как я говорил ранее, мы с собой принесли вот такой торт. И сейчас, когда заказывали, спросили, чтобы нам его порезали и подали. Нам объявили ценник 2500. Как бы, не знаю, разумно, неразумно, это за то, что порезать и подать. Вот, я попросил администратора, сейчас придет администратор, и мы с ним переговорим, не знаю, что он нам скажет. О, а наша Любашка сама вышла на сцену, и давай рассказывать стихотворение в честь 8 марта. Ну что, пришел администратор, значит, по поводу нашего тортика. Да, на самом деле, для того, чтобы кушать здесь свой торт, ну и чтобы они разрезали, это называется у них сладкий сбор. Стоит 2500. Это больно, да, если... Мы что-то думали-думали и говорим, нам не надо тогда, мы этот торт везем домой. Вот. А сами смотрим на вот эти вот
приборы. Здесь вилки, ложки и вот такие ножи. Так мы приняли решение, сейчас закажем чай, возьмем сами, разрежем и будем кушать. Посмотрим, кто-нибудь подойдет к нам, сделает ли замечание, типа какие-нибудь штрафы, ну посмотрим. Пицца пришла, очень крутая, я уже оценил, один кусок съел, просто замечательно. Вот такая уха по-фински. Первый раз я такую буду пробовать, давно хотел, как бы в Ютубе видел. Со сметаной. Вообще просто божественно, я так думаю. Юля, расскажи, что тебе сказали, если столы здесь сдвигают? Да, представляете, сказали, что первый раз подошли к нам, сказали 10% от стоимости чека за то, что сдвинуть два столика. В общем, целое, что ни коснись, чего не коснись, везде дополнительные платы, дополнительные сборы. Ну, это просто вообще ужас, конечно. Хочу заметить, что мы отдыхаем сейчас, это где... район Строгино, на... МКАД Юг, который, там такого нет. Там помнишь? Такого вообще нет. Там во-первых, длинные, во-первых, там, там сам больше, ну, игровая площадка, там больше всяких развлекух, чем там здесь. Там два этажа. Мы, да, там два этажа, здесь, а здесь мы все оббежали буквально за 20 минут, наверное. Угу. Вот. Да, они меня уговорили не резать своим ножом торт. Отдали мы. Будем платить за 2500, чтобы нам порезали торт и вынесли его. Вот. И офигеть, чтобы сдвинуть столы, еще 10% от чека. Какой-то разводил. 10% получается, если чек, да, на 10 тысяч, то 1000 рублей. Так что обещал вам обзор честный, без лишней воды. Сами взвешивайте, думайте, куда ехать отдыхать. Тут есть такой декоративный песок, синий вот этот. Это как бы якобы песок, но это не песок, конечно. И детишкам здесь тоже очень нравится. Играть. Но надо быть аккуратнее, они могут бросаться и попасть в глаза. То есть эффект будет такой же, как от обычного песка. Ну, вот такая классика жанра. Аэрохоккей. Наверное, есть в каждом торговом центре. И вот такие вот баскетбольные поля. Наш любимый аквагрим мы не могли пропустить. Выбрали бабочку. Сейчас посмотрим, что получится. Аквагрим сделали, прикольную бабочку у Любашки на лице. Вот. И стоит она здесь, а эта бабочка, 800 рублей. Сравнение «Остров мечты», там стоит 1000 рублей, кто смотрел мое видео предыдущее. Да, кстати, кто не смотрел, советую посмотреть и подписаться на канал. Нашли вот такой вот интересный лабиринт. Здесь шарик вот. Подожди, Любаш, под шифром. А, вот такой вот. И вот это круг крутишь, и нужно его сопроводить по лабиринту до... Такого старта, детям очень нравится. Казалось бы, все, обошли, но вот в уголке стоит такой огромный домик из лего. Ну, это, наверное, построили родители. Вот, а так можно построить здесь до этого. А люди говорят, стоял большой жираф, а сейчас построили домик. Там даже можно внутри сидеть и играть. Вот такие здесь русалочки встречаются, пробегают. И вон еще одна единорожка. Любашка увидела русалочку и прям не отходит от нее. Добрую молитвою. Люба, ты хотела задуть, да? Да. Сейчас, сейчас тетя зажжет, еще раз задует. Вот такой получился общий чек. 13 940 на 8 человек. Ну, в принципе, все наелись. Как пришли, сидим за столом все время. Да, кстати, они вот все сидят за столом, а мы, мужики, с Алексеем, мы с детишками ходим. И играемся, развлекаемся. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согрева. Завершение нашего сегодняшнего отдыха.
хочу сказать, если вы хотите отдохнуть в Тейкабу, я вам советую посетить Вегас, который на Каширке. Нам он там больше понравился, там больше развлекух для детей. Он идет двухэтажный, как первый этаж, и цокольный подвал. Вот. И два этажа полных развлекательных всяких моментов. Вот. Что еще? Ресторан подорожал. Вот, подорожал, существенно подорожал. Вот. Но такой же остался вкусный. Потом, что могу посоветовать. Да, вот в ресторане я вам говорил, то, что вот такие вот моменты, как там даже, если больше там 8 человек, то нужно сдвигать столы, а сдвигать столы это плюс еще 10% от всего заказа. Вот. Потом, как у нас получилось с тортиком, решили торт с собой взять. Ну да, я понимаю, со своим тоже как бы нельзя, но они обозначили это так, то что как-то это, сладкий взнос. Они приглушили свет, они включили музыку такую поздравительную. Девушка, официант вышла, подала торт, сказала красивые там какие-то слова, ну, поздравления. Вот. И все, за все, про все это 2500. Ну, нам как-то показалось дороговато. Ну, могли бы 500 рублей, наверное, прибавить и все. Ну, 2500 нам показалось дороговато. Все это длилось там, чтобы знали, полторы, максимум 2 минуты. Вот. Ну, а там, ну, а кому понравился наш обзор детского развлекательного центра Тейкабум, обязательно пишем комментарии, спрашиваем. На все комментарии отвечаю. И подписываемся на канал. Спасибо, пока. Любаш, а тебе понравилось здесь? Да. Классно? Ты хотела на паровозике покататься, да? Передавай привет подписчикам. Ой, молодец. Дочка даже лучше папу сказала. Подписчики.